Всем привет, с вами Родригес, мы продолжаем играть дальше. Так, 40-й день еды у нас, еды, все голодные, давай, Бруно, иди-ка готовить, кушать, у всех животы сводит, давайте в очередь сюда, устраивайтесь. Ух ты, мы сейчас, короче, прям приготовим по две сразу порцухи. Это такая экономия продуктов. Давай, Бруно, сам ешь. Ну, в общем, пока прекрасно, пока держимся, все хорошо. 40-й день. Ура, ура, ура. Эмилия, отойди пока в сторону. Ну вот, теперь полежку надо приготовить. Полежка одну готовим. И сейчас еще приготовим вареную еду, как ее называют. Вареная еда. Будет у нас такая прям вкусная. Так, у нас воды очень мало, кстати, осталось. Очень-очень мало. Так, все, Бруно, иди отдыхай. Так, Эмилия у нас сейчас. Пойдет работать. Так, кто еще голодный? Давай, Арика, покушай и спать. Отсыпайтесь, ребятки. Надеюсь, осталось немного. Еще намучиться. Так. Дров у нас нету. Или здесь можно дровишку сделать. Подкинем-ка мы еще немножко дровишек. Дрова уходят вообще очень быстро. Давай еще мы подкинем. Так, 4 доски осталось у нас. Что мы можем еще сделать? Что мы можем сделать? Нам нужна еще вода. Где можно найти воду? Вот в чем вопрос. Мы получили подтверждение того, что к погорению действительно приближаются миротворческие войска. Прекращение огня. Можно ожидать со дня на день. Боже, ура! Ура, ура, ура. Господи, мы у вас уже ждем целую вечность, ребят. Давайте уже. Так, будут прохладные дни, говорят. Давайте, войска миротворческие, мы вас ждем, где вы уже? А мы тут, в принципе, неплохо обустроились, я вот думаю. Они придут, а мы скажем. Короче, вы запарили, мы остаемся. Мы остаемся в этом доме. Мы его отделаем, сделаем евроремонт, поставим здесь все по высшему разряду, наклеим обои, ставим пластиковые окна. Закупим сюда новую мебель. Вот. Я надеюсь, что нам удастся обогреть помещение. Конечно, Эмилия, обязательно поставим хорошее отопление здесь. Сделаем такой. Газ проведем. Вообще будет шикарно, все супер. И миротворческие войска такие просто зайдут сюда и скажут: ничего себе, вы тут с жиру беситесь. Вот, я думаю, как мы сделаем. Да. Ну, в общем, день у нас подходит к завершению. Давайте завершать будем. Вроде мы все сделали. Павла, давай на добычу, остальные охранять. Куда мы пойдем? Куда мы пойдем? Куда нам еще сходить, а? Я вот не знаю даже, куда нам еще сходить. Немного еды, немного лекарств.
Так. Больница, немного запчастей. Может, мы в больничку заглянем, а? Там, по-моему, что-то было. Так, склад. У нас склад, там сразу как бы это, стоят у входа ребята. Туда не пройти. Бордель. Бордель, в принципе, неплохо почистили. Так, разрушенная многоэтажка. Тут уже ничего не осталось, разрушенная вилла. Туда мы не пойдем, это точно. Так, армейский блокпост. Супермаркет тоже весь зачищен. Так. А куда мы хотели? В больничку, может быть? Давайте мы в больничку сходим, по-моему, там материалы должны быть, может быть. Нам нужны материалы из... Ладно, идем в больницу. Надеюсь, там что-то найдем и полезное. Осторожный, приятель, я за тобой слежу. Это все тот же охранник, который... Да, так много погибло. Я понимаю, как вам здесь непросто. Как вам здесь непросто, ребятки. Соболезную. Соболезную. В больнице вообще очень... Просто печально, так сказать. Тут только воровать. Ну, воровать-то я не буду в больнице. Вы что? Я же не такой человек-то, чтобы в больнице воровать. Как тут забраться-то? Что-то здесь как бы это... Она немножко... Ой. Изменилась как-то больница. Прям как-то я что-то не узнаю. Так, бегом, бегом, бегом. Ну-ка. Что у тебя там есть? Как на будущее, если что. Дровишки. Денек-то мы продержимся, а еще без воды. А вот там потом начнется другой день, когда нам нужно будет... Так, давай назад. Надо что-то... Это он странно, почему-то обратно залезть он не может. Давай, пробегай. Лучше тебе здесь не бузить, поверь мне. Да, тут серьезный охранник, поэтому мы бузить не собираемся вообще. Да, тут, кстати, больничку-то, по-моему, тут это похлестали тут все. У меня такое ощущение, что мы зря пришли. Походу, ощущение у меня... Здесь вообще ничего нету. По прошлый раз все выгребли, ну все просто. Простите тех, кто замышляет нам зло. Мы потеряли Юлиана, но не важно, что он был солдатом, он был одним из нас. Да, походу я сюда пришел напрасно. Тут только воровать. Воровать я не буду. Что у нас как бы есть, что есть. Воровать нужно в крайних случаях, когда уже просто вот другой ситуации нету. Другой ситуации просто не видишь. Да, надо воровать и выживать. Так, это та же старая надпись, да? Да, это та же старая надпись про убитых. Статистика убитых и раненых. Не шути со мной. В общем, мы просто так прогулялись, сделали экскурсию по больнице. Еще один день прошел. Вот, собственно, так. День 41. 41 день.
К сожалению, не повезло сегодня. В следующий раз буду искать упорнее. Да. Смог найти ничего полезного. Иди спи. Так, давайте, кто там у нас? Встал. Идите спать быстро. Быстренько отдыхайте. Так, ну а мы... Ну что делать нам? Не знаю. Что нам делать? Две доски у нас есть. Давайте мы сделаем две досточки. На будущее, на завтра. Две досточки сделаем. Два полежка. Воды у нас 5 всего бутылок. Это мало. Это мало. Очень мало. Послушаем радио. Так, радио надо послушать. Послушать. Когда же придут ребята? И что тут у нас? В общем, никаких новостей пока нет. Выключим его совсем, чтобы оно не мешало. Так, ну все, вроде бы ни у кого каких мыслей нету. Куда нам идти? Непонятно. Так, может быть, мы что-то можем продать? Давайте подумаем. Что мы можем еще продать? Самогона нету. Консервы, что ли? Лекарства. Медикаменты, может, парочку продать. Может, парочку медикаментов продать. Сходить. И купить воды и дров. В конце концов, не париться больше. Где там у нас еще есть дрова? Может, в супермаркете? Не знаю. Ладно. О, кто-то там пришел. Так, торговец. Или нет? А, помощь ему нужна. Спасибо, что открыли дверь. Ну, что там у тебя? Давай, выкладывай. Спасите людей из обрушившегося здания. Слава богу, что вы здесь. Снаряд попал в многоэтажку ниже по улице, и жильцов засыпало обломками. Пожалуйста, помогите мне вытащить их. Чем больше помощников, тем лучше. Мы устроим больницу для раненых в моем доме. У меня есть кровати и медикаменты. Вы поможете мне? Конечно, помогу. Ну, без проблем, мужик. Давай, Эмиля. Иди помогай. Павло у нас опять выспался быстрее всех. Чё будем делать, я вот не знаю, честно говоря. Давайте подбросим дровишек, потому что у нас что-то там одно уже полежка осталось. Два полежка у нас всегда должно гореть, я так думаю, пока сейчас. Такая температура. Будем поддерживать. Что там, двери может... А, двери закрыты, да? Все хорошо. Не знаю, кстати, если двери открытыми оставить, то температура понизится, интересно. Пробовал. А, печка у нас почти не работает. Рика хочет нам что-то сказать. Нам бы очень годилась награда, которую они предлагали, но мы не стукачи. Да, Рика. А, это в прошлый раз, когда нам... приходили ополченцы, да, мы не сдали соседа, да, с тобой согласен, Рика, полностью. Хорошо, что мы помогли людям выбраться из развалин дома, это был правильный поступок. Так, Бруно, людям из разрушенного дома повезло, что мы их соседи, мы не бросили их, многим так не посчастливилось. Согласен. Ула. Мы можем оказаться в той же ситуации, что и те люди. Они могли рассчитывать на нас. Надеюсь, мы сможем положиться на них. Да, я тоже надеюсь. Надеюсь на это тоже, Павло. Что нам помогут. По крайней мере, есть некоторое облегчение. Ну, Тарика как-то вот чувствует себя спокойно.
молодец. Не паникует. Павло тоже успокоился, кстати, вот, наконец-то он успокоился. Может, я ему дал поиграть на гитаре, поэтому... Он неплохо играет, поэтому пусть играет, успокаивается, успокоит свои нервы. Уж в такой ситуации, конечно... Ну, вообще, красивый пейзажик такой. Как бы... своеобразная красота, конечно, имею в виду. Конечно, ужасно. Ужасно. Все разрушено. Вот тут, я думаю, в мирное время вот этот пейзаж бы смотрелся просто шикарно. И особенно вот это дерево и дом на дереве. У меня в детстве тоже была такая мечта. Я тоже хотел себе дом на дереве. Мы были пацанами, бегали. Это было, конечно, было бы супер. Для ребенка это просто шикарно. Да, Арика, закончились сигареты. Вы с Бруно все скурили опять. Ну что ж ты будешь делать? Может быть, хватит вам? Курите, а? Ну, завершаем день, в общем. Смотрим, что дальше. Так, нас трое. Двое на охране. Павла, вперед. На танке, так сказать. Давай вперед опять. Беги, Форест. Так. Давайте мы сейчас наберем дров. И воды. И отправимся. Мы возьмем с собой двое медикаментов. Пока никто не болеет, поэтому мы можем себе это позволить. Даже, может быть, три возьмем. Но на них, я думаю... Так, и возьмем такую вот... Отмычку. Отмычка. Я все пытаюсь ее назвать. Заточка, отмычка. Заточка — это совсем другое. Так. Давай сюда. У тебя тут есть дрова, по-моему. Лешки. Давай все сюда, поленья. Все забираем. Отлично, мы договорились. Так, даже это все положу там. Или ладно, мы можем на обратном пути заскочим тебе. Так, значит, поленья. Давай посмотрим, а где вода, у кого вода? У тебя вода вроде бы должна быть. У тебя другая вода, немножко такая с градусами. Не в обычную воду. Так, тут тоже с градусами. А вот вода. Давай вот мы поменяем. Че себе, сколько можно обменять? Много. Так, ну все, понял. Приблизительно 30 воды мы можем взять. Тихо. Так, у нас тут боец уходит. Причем, где он? Скрывай замок. Пойдем вниз. Открывай двери. Сюда. Идем. Че мы пройдем здесь, нет? Он хотел нас стрелять, по-моему. О, да тут все бесплатно. Тут же у нас есть заначка, я и забыл. Надо же, здесь вообще классно. Так, да здесь же вообще просто Эльдорадо. За нами не идет случайно. Так, шикарно. Правда, воды нету. Ну, воду сейчас продадим. Думаю, как-то обменять надо воду. Так, патрончики возьмем. Так. Оппоненты нам сейчас нужны просто. Больше. Надо было всего два лекарства этих брать. Было бы достаточно. Так, аккуратненько. Главное сейчас не поп...
Сваливаем, сваливаем. Так, погоди, погоди. Так, не спешим. Все отлично. Ну, прямо супер. Так, а где у нас тут этот кого-то? Кого-то нам предлагал. Так, ну давай посмотрим. Вода. У меня же одна ячеечка есть. Тебе отдадим. Вот это вот. Вот это. Воду даже. Так. Так, а у нас как? Ага. Надо, чтобы было 3 свободных ячейки, да? А вот это вот выбросить можно? Так, первый раз что-то выбрасываю, на самом деле. Так, давайте мы еще разок повторим. Договор. Воды набираем мы. Прям надолго. 30 штук берем воды. Че, получилось? Шикарно, шикарно. Так, ну, я доволен походом нашим. Ну, здесь еще и у меня, оказывается, останется лежать. Как нельзя это взять. Ладно, вроде бы все прекрасно. Бежим к выходу. Это прям удачно. Мы сходили. Сейчас вот мы затарились водой. Ну, нам хватит на дня 3, я думаю. Прям спокойно должно хватить. Вот, в общем-то. Какой у нас день уже? 42-й. А нас забыли, нас не забирают миротворческие войска. Где же вы, товарищи? Мы уже хотим мира. Хотим мира. Эмилия вернулась после спасения людей, заваленных обломками дома. А мы принесли все домой, обратно. Ну вот, так. Так, все очень голодны. Вода у нас есть. Вода есть. Давайте мы... Дрова у нас. Вот, отлично. Давайте 5 дровишек мы изготовим. Все в столовую бегом. Быстро. Все подустали, прям такие еле шкодят. Температура в доме умеренная. Хорошая. Внизу так у нас мяско пока еще не поймалось. Бруно. Ау, опять за плиту. И начал готовить. Бруно, пожалуйста, нам 4 блюда надо. Так, вот так. Сделай нам 4 блюда. Всех. Берем на всех. Бруно у нас хороший повар, так что он за... В то время, что была война, он навык свой не потерял, я думаю, даже улучшил. И когда война закончится, я думаю, он устроится в хороший ресторан и будет очень хорошо зарабатывать. Вот, поэтому давай, Бруно, спасибо тебе за то, что ты нам готовишь. Мы этого никогда не забудем. И просто супер. Давайте, кушайте. Павло сейчас подложит еще дровишек в печку, чтобы мы чувствовали, как дома тепло и уютно. Кто-то за дверью опять пришел. Ну что ты будешь? Что там вам надо, товарищ? Нам пришел родовец. Так. Мы уже тут затарились, извините. Ну что нам надо? Фильтр. У нас воды сейчас сколько? 25. Да не надо нам пока фильтра. Так. Ну я не знаю, что нам еще надо. Все вроде бы есть. Пока спасибо. Спасибо. Спасибо, ничего не надо.
Павла устал. Миля, кстати, тоже устала. Давайте, высыпайтесь поскорее, чтобы у нас Миля могла отдохнуть. Еще успеть. Еды нормально, пока все хорошо. Продавец стоит под дверями. Ждет своего шанса продать. За три цены. У него вообще нужно брать в крайнем случае только. Что мы и делаем, собственно. Так, ну все отдыхают. Сказать им пока нечего. Все спят. Что там мы можем еще сделать? Главное, мы нашли дрова. Это очень важно было сейчас для нас. Давайте сделаем еще три хотя бы полежка. И полежка нам не помешает. Вот. Так. Ну и отправимся сейчас следующую ночь пережить. Я даже не знаю, куда пойти. Вот честно, не знаю. Потому что мы уже везде были. Куда идти еще? Затрудняюсь сказать. Вот мы можем сделать еще фильтр. Фильтр можем сделать. И поставить его пока, чтобы нам добывал воду. Вот, у нас уже выспались. Миля, иди-ка отдыхать. А Рика у нас поставит фильтр. Бруно, ну-ка. Тут бубрит. Ага. Бруно, давай-ка нам скажи, что по радио гутарят. Пока это ясно ничего не слышу, ясных мыслей по радио пока высказать не могут. А фильтр мы сейчас установим, и за ночь у нас еще появится водичка. Ну вот, Бруно. Так, ну вроде бы что, завершаем день. Кажется, нужно завершать. Ты доделай фильтр, ты что остановилась на полдели? Что-то сила отдыхать. Книжку решила почитать, ну. Так, ну все, завершаем день. Сходим еще. Так, у нас открылось новое достижение, открыто достижение. Вы выжили в войне? Да ладно! Да ладно! Боже мой, ребята! Мы выжили! Я думал, сейчас еще куда-то надо будет идти. Так, девушка в беде. Марко спас девушку от пьяного солдата. Это история, то есть пошла день третий. Это как была наша история, как мы все это пережили. День пятый. Мольба о помощи. Наша соседка чувствовала себя в опасности и попросила нас помочь ей заколотить окна. Мы сделали это. День седьмой. Трудное решение. Марко ограбил кого-то, забрав у них почти все. Да, было такое. Было. Поиски защитника. День девятый. Испуганная соседка попросила защитить ее от бандитов. Павло согласился ей помочь. День семнадцатый. Да, это был великий траур. Я, честно говоря, очень сильно расстроился. Марко умер. Марко погиб, собирая провизию. Да, это было жестко. День 19. Спасение жизни. Дети нашей соседки попросили у нас лекарства для нее. Мы поделились с ними тем немногим, что у нас было. Голодные дети, дети, которым мы помогли раньше, попросили у нас еды, но мы не смогли им помочь. Всяко было у нас. Мы кому-то могли, кому-то нет. Жертва снайпера. Брат нашей соседки, соседа, был ранен пулей снайпера. Эмилия помогла перенести его в безопасное место. Повстанцы спросили нас, украл ли сосед провизию, контейнер, так, а мы солгали, выгородив его. Да, погребенные заживо. Соседний дом попал в снаряд, и жильцы оказались погребены под обломками. Эмилия помогла их вытащить. И долгожданное прекращение огня наконец-то наступило, а с ним закончилось бои в погорении. Тем, кто смог выжить, Грозновия, в общем. Так, после прекращения огня Бруно отправился искать свою подругу.
Ее район стал местом ожесточенных боев, и большинство домов обрушились. Однако она нашла укрытие в подвале, который выстоял. Питаясь крысиным мясом и найденными объедками, ей кое-как удалось выжить. Бруно чувствовал себя виновником ее страданий. Он никогда не простил себя. После войны Арийка устроила своему отцу символические похороны и сохранила его фотографию. Несмотря на пережитые ужасы, она смогла создать семью и попыталась стать лучшим родителем, чем ее отец. После войны Эмилия стала прокурором в Пагарине. Она направила свои навыки юриста на то, чтобы осудить схваченных военных преступников. Она так и не нашла убийц своих близких, но в глубине души надеется, что они получили по заслугам. Павло пережил войну после многомесячных поисков. Несмотря на трудности, ему удалось найти свою жену с сыном. Нашедших убежище во Франции, он поселился с ними. А они никогда не вернулись в Пагарень. Награда за все усилия ему стала наспех вырытая могила. Да, Марка. Может быть, его жена и дочки когда-нибудь найдут ее, если им самим удалось выжить. Да, и печально, конечно, что Марко погиб. Очень печально. Но я старался за всех сил, и остальные у нас выжили. И выжили достойно. Мы выжили достойно. У нас было все, что угодно. У нас была еда, тепло. В общем, вот так, дорогие зрители. Мы прошли эту замечательную игру. Меня переполняют ее эмоции, потому что эта игра очень атмосферная, в ней передалось все вот эти вот чувства, голод и холод, и вот эта скорбь по погибшим, ранения там и так далее. То есть бездомные дети, люди, попавшие в беду, то есть что мы только не видели. В общем, игра очень достойная, мне очень понравилась, классная, я вам рекомендую. Еще, может быть, если у меня будет время, я бы еще раз ее прошел бы с удовольствием просто бы. Ну что ж, с вами был Родригес. Смотрите другие игры, у нас в будущем будет очень много интересных игр. Эта игра однозначно, мне кажется, войдет в топ лучших игр этого года. Не зря мы в нее играли. Я думаю, надеюсь, вам понравилось. Я очень сильно старался передать все эмоции, которые я испытывал, и атмосферность игры. Мне было очень приятно проходить, играть в нее. Я вам желаю успеха, удачи. Я вам желаю отличного настроения, чтобы никогда вы не попали в такую беду, какую могли попасть эти герои, которые попали эти герои. Что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами был Родригес. До новых встреч, друзья. Ну и всем пока.